Анонс и точно дата выхода 21 серии турецкого сериала «Прекрасные дни». 21 серия сериала выйдет в эфир 23 апреля. Ранее мы увидели, как исчезновение поддельного брачного протокола настораживает Алтана и Атакан. Алтан, который ждет знака от Атакана, после романтической ночи в отеле придумывает план с Сельмой, когда не может найти то, на что рассчитывал. Хотя день концерта для Фюсон наконец-то настал. Перед ней появляются новые препятствия. Фияс полон решимости решить этот вопрос. Обида Кимета на Хакима сменяется растерянностью, когда она сталкивается с совершенно иной реальностью. Картина Лелима заставит Михран вновь задуматься над проблемой пожара. 21 серия сериала выйдет в эфир 23 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.